Вслед за нашим экспертом по туризму Сашей Хоменко, Костя Тарасюк навострил лыжи в Турцию. Еще бы, ведь Муз-ТВ расширяет границы. Этим летом партийная зона из Вегаса переехала на солнечный берег Турции. Как это было, узнаете из нашего следующего сюжета. Партийная зона Муз-ТВ не имеет границ и поэтому устраивает музыкальное шоу за пределами страны, а именно в солнечной Турции, где собираются популярные артисты отечественного шоу-биза. Five Star Family, например, счастлива совместить приятное с полезным, а именно работу с отдыхом, особенно после изнурительных гастролей. Мы только вернулись из Хабаровска, у нас за плечами очень длительные и огромное количество перелетов, мы подустали, поэтому мы оттопыримся, простите за это слово, как надо. А вот коллеги-ребят по цеху предпочитают немного другой вид отдыха. Солист группы «Пицца» Сергей Приказчиков вообще старается избегать людных и шумных мест. Поднадоела уже вся эта тема. Я очень люблю спокойный отдых, потому что такая жизнь артистическая, самолеты и вот это, ну, весь шум. Я очень люблю просто лечь где-нибудь на пляже или на бассейне. А вот группа «Бандерас» появляется на выездной партийной зоне Муз-ТВ в Турции в полном составе. И чтобы не растерять набранную форму, расписывает свой досуг на отдыхе, ну, просто поминутно. Мы встаем в 10 утра, завтракаем, потом идем к морю, потом идем заниматься спортом, потом обедаем. Потом идем спать, потом опять идем заниматься спортом, потом ужинаем. Что же касается сладкоголосой Эльвиры Т, то певице немного не хватает трэша и эмоций со стороны посетителей отеля. По ее мнению, отдыхающие и во время выступления не особо-то активничали, а в буднее время и подавно. Вот в прошлом отеле, когда мы были тоже в Египте, там вот в столовой, например, постоянно фотографировались, постоянно, вот, здесь достаточно спокойно. Оно и понятно, ведь все приезжают на курорт отдыхать и расслабляться от будничных проблем и забот, в чем им и помогает главный музыкальный канал страны Муз-ТВ. Константин Тарасюк, Тимофей Трушников, новости.